Работаем в зале уже не первый раз, этот зал, это оборудование, по большому счету, наше. Мы его сделали как бы под себя. Вот, он нас пока устраивает, мы работаем здесь, нам хватает. Но в дальнейшем мы надеемся, что у нас получится тут второй зал большой, хороший. Вот мы хотим сделать здесь вообще центр женского бокса, и не только женского, но и мужского. И к этому идем. Я думаю, что на следующий год, ближе к осени, это все решится. Меня очень удивило, что в этом зале, мы вот еще не успели здесь ринг поставить, никак вот еще не заказали только, но здесь не только боксеры приходят заниматься, но и уже при мне пришла одна молодая девушка и сказала: пустите меня сюда, я художественная гимнастика, я здесь тоже хочу заниматься. То есть своих детей привезти. Меня это очень радует, что столько желающих заниматься спортом в Анапе. И вообще замечательный город.